Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Погнали. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, который в Украине будет отмечаться в пятницу 23 августа, и предложил провести флешмоб. Об этом сказал в видеообращении. Ссылка на видеообращение будет в описании под низом под видео, которое вечером 22 августа обнародовал пресс-служба Офиса Президента. Давайте завтра раскрасим желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешаем украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще вся страна стала желто-синей, призвал Зеленский в видеоролике. Он напомнил, что есть много украинцев, которые вынуждены прятать свой флаг под кроватью. Также, по словам Зеленского, есть много мест, где за украинский флаг могут посадить в тюрьму. В этой связи глава государства призвал не полениться. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.